Здравствуйте, наши друзья и подписчики. Переходим к следующему нашему судоку. Да? Я думаю, так, облай можно самостоятельно. Что здесь можно начинать? Надо заканчивать. Там плюс. Плюс? Так. В принципе, здесь на одной линии есть три фигурки. Не достает одну. В принципе, здесь легко определить, что не хватает плюсика. Так. Так. Теперь дальше облай. Что еще можно здесь сделать? Вот так. Здесь надо плюс. В принципе, здесь по секции он уже определил, что не хватает одного плюса. Правильно. Так, еще что можно сделать? Здесь кружочек. Подумай. Квадрат. Нет, подумай. Вот здесь и что? Треугольник. Зеленый? Правильно. Так как у нас есть кружочек, плюс, квадрат, теперь здесь не хватает треугольник. Так. Правильно. Дальше. Это дальше. Что дальше можно угадать? Вот там кружочек. Кружочек, правильно. Ты смотри. Молодец. Кружочек. Вот я сам сделаю. Да. Дальше. Что еще можно угадать? Вот там треугольник. Треугольник. Видите? Три зеленых. И вот здесь я сразу легко определить, что не хватает одного зеленого треугольника. Так, давай. Дальше. Вот здесь не хватает плюс. Плюс. Видите, как глобально мыслит ребенок. Скажи, давай. И? Вот там квадрат. Квадрат какой? Красный. Вот видите, как все. Уже трудную судоку он уже может без проблем разгадывать. Так что удачи вам с вашим ребенком. До следующих видео. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Я хочу тоже. Еще. Я хочу. А я тоже.